Всех детей. Это праздник святителя Николая Чудотворца. Свято-Николаевская община сегодня порадовала наших опекаемых детей, семей, которые многодетные. Это детки-сироты, это детки с особыми нарушениями развития. Это детки, которые, самое главное, нуждаются в нашей помощи. Люди очень активно приняли участие в подарках, порадовали через письма детей и сладости, индивидуальные игрушки, подарки. Сегодня столько было восторга от детских вот этих эмоций, переполняется, конечно, сердце, но самое главное, что вот это чудо, которое сегодня произошло, детки получили, и, наверное, это уже, Юлия Николаевна подскажет, 18-й год. Нет, это 20-й год. 20-й год, да, проходит акция «Обыкновенное чудо» святителя Николая Чудотворца. Прошла у нас ярмарка благотворительная, где люди, прихожане общины купили поделочки, тем самым все это перечислено будет закуплено на лекарственные препараты, остро необходимые нашей онкогематологии. Мы, наверное, все прихожане в этом настолько каждый год традиционно участвуем, поэтому спаси Господи всех людей, которые рядышком приходят к нам, прихожане, за то, за активное участие и помощь деткам. 2020 год проходит акция «Обыкновенное чудо» в Донецкой епархии. Инициировала Семейный центр «Отрада» со Свято-Николаевской общиной. В городе Донецке более 30 храмов свято-николаевских. Николая Чудотворца любят, почитают все, и взрослые, и дети. И сегодня каждый из нас смог стать вот таким чудотворцем, потому что любовь умножается делением. Когда мы с вами делимся, когда мы отдаем от сердца, когда мы понимаем, что есть люди, кому нужна наша помощь, мы немножко становимся добрее и надеемся, что на нашей земле наступит мир. Великому Господину и Отцу нашему, Кириллу, Святейшему Патриарху, Московскому и всей на Руси, и Господину нашему, Высокопреосвященнейшему Илариону, митрополиту Донецкому и Мариупольскому, с Бога хранимою и хваствою, всем прихожанам святого храма сего, всем зде предстоящим и молящимся, и сохрани их, Господи, на многое и благое лето. Многое лето, многое лето, многое лето. У святого Николая свети крова выслоняя, молись надеждаю тихая, храм святой приходят люди. Завтра помощники святителя Николая продолжат свое дело и будут поздравлять ребят в шахтерских зорях, в онкогематологии. Спешите делать добро. Добро делать здорово.